şurup alsın. Nermedin de. Привет из Таджикистана. Мы сейчас находимся на самом юге. Это поселок Дусти, недалеко. С одной стороны у нас Узбекистан, с другой Афганистан. Здесь, в этом поселке, очень хорошо растут гранаты. И мы стали купить гранаты именно в том месте, где они растут. Вот женщины принесли их прямо со своего сада сюда на дорогу. И первый раз я узнал, что гранаты очень важно уметь выбирать, потому что гранат есть чистый со всех сторон и есть вот такой с потрескавшейся кожурой. Это какая-то местная болезнь, он пересыхает и в этом месте не дозревают зерна. И надо выбирать только вот такой чистый гранат, поэтому там зерна будут спелые и очень сочные. Привет из Таджикистана, здесь очень вкусные фрукты, очень хорошие люди и обязательно постарайтесь побывать в этих местах. Под кожей это белый гранат, а в эту сторону красный, вот под это красный уже. Ага. Вот тут хорошо, а тут нехорошо, понимаешь? Вот. Тут бесценник хорошо. Ясно. Вот такой секрет, чтобы выбрать хороший гранат. Вот надо выбрать чистую только. Все были чистые, чтобы. Так, тогда такие со скидкой надо. Чтобы все вот такие были, да. Это, да, поэтому они дешевле. А, хорошие они уже город везут, понимаете? Чисто вот все. Чтобы ясно. Это. Вот видишь, вот это чистый. Вот, видишь, вот это чистый. Угу. Немножко есть, но это чистый. А вот это уже, вот видишь, вот. Вот черное место это нехорошо. А вот это везде уже черный. Вот. Видишь? Ясно. Вот. Спасибо. Надо выбрать самую чистую.